Сегодня, девчонки, я поговорю о любимом аксессуаре. Это шапки, ну, то есть головные уборы. Берем балаклаву, да, этот предмет не все любят девочки, потому что она сильно обтягивает голову, и многие говорят, я как головастик, я это больше не одену. Окей, давайте заменим балаклаву вот таким капором, капюшоном. Чем он крутой? Вы его используете как два в одном, то есть здесь шарф и капюшон. И смотрится он в виде шарфика, и очень удобен. Когда вы заходите в какое-либо помещение, вы можете его снять, и он выглядит как капюшон. Можете носить с пиджаком, с костюмом, с шубами, с любыми куртками, любыми пуховиками, даже пальто. И цвет. Это модный цвет, но будет он еще ярче. Не могу не отметить косынки. Косынки могут быть любыми. Повязывать мы их должны как платок, как ходили русские красавицы, Аленушки. Такие косынки продаются из эко-кожи, из кожи. Посмотрите. Эти косынки вы можете носить с любыми пуховиками, и очень тоже смотрится круто. Все эти головные уборы очень актуальные, модные, и вы будете просто звезда. Также, если вы не очень любите капюшоны из чего-то натурального, у некоторых бывает аллергия, то можно его заменить вот таким трикотажным. И тоже очень классно будут смотреться с спортивными костюмами, где нет капюшона. Можно сверху надеть пальто, также можно поверх костюма надеть пиджак, либо полупальто, и будет тоже интересно. Ну, кстати, на трикотажное платье тоже будет классно. Кстати, все эти головные уборы вы можете купить здесь у нас на третьем этаже в Кунцево Плаза. Здесь огромный выбор чепчиков, косынок, капюшонов, шапок, варежек и перчаток. Девчонки, надеюсь, вам было интересно. Весь ассортимент я вам не показала, но он у нас огромный. А находятся у нас главные уборы и на втором, и на третьем этаже. Поэтому приходите, мы будем вас очень ждать. Мы вас любим, целуем, обнимаем и ждем. Всем пока-пока!